Снова в парке возле дома. Кира катается на коньках с мамой. Можно тут немного побродить, посмотреть, как красиво зимой. Хотя сейчас минус 2 всего, но тем не менее очень даже тепло. Вороны. Странно, что на лавочках никто не катается. Все катаются почему-то на коньках. И на коньках там очень весело получается. По 40 человек пускают. Надо считывать QR-код для того, чтобы зайти вовнутрь помещения для обогрева. Можно зайти только лишь с одним условием — в маске. Благо это решаемо. И в перчатках. Заточка коньков недорогая. Всего лишь навсего почти $3 стоит. Ну тут вообще красотища. Прокат коньков в районе $2 и в районе $1 за час. В районе $1 за час прокат детских этих, как их, ходуль, так сказать. Можно посидеть, покачаться. Красота! Хорошо, чистенько. Пока они там катаются, чаю уже попили, вкусняшки поели. Сейчас Кира вспомнит, как надо кататься на своих коньках, и будет на них гасать по полной, наверное. Если через полчаса не захочет уйти, потому что холодно. Надо сегодня еще встретить посылку. И после того, как встретим посылку, будет распечатка новых маминых варежек на зиму. Прикупила себе на Алихе, на Черную пятницу или на Джуме. По-моему, не, на Джуме все-таки. Но все равно ссылка будет в описании. Ну и в районе $1 все-таки прокат стоит. Там почти $1. Прокат от тех ходуль детских. Ну а в парке, как видно, хоть небольшой морозец, но тем не менее плитку новую чистят службы парка. Дорожки почищены, людишек мало, поэтому можно побродить, поснимать все это дело. Там вон детские площадки, площадки для спорта. Всем известный мостик, кто смотрит, следит за каналом. В общем, как-то так. Вот одна из детских площадок. Но детишек что-то не видно. Наверное, потому что все из железа и холодно. Нет, кто-то там все-таки есть. Там вон еще одна площадка, а вон третья площадка. Нужно возвращаться на площадку, иначе злая охранница может не пустить. Скажет, 40 человек есть и двери на замок. Давай, едь, едь! Молодец, вспомнила? А? Давай. Посмотри, как мама катается. А ну, мама, покажи, как надо. Покажи нам, класс. О, видишь, как мама может? А ты теперь? Я не хочу. Она вот здесь ехала прям хорошо, я ее не держала, а потом начала. Давай посмотрим вместе, проедьтесь. Поехали. Один круг для папы. Давай. Не держать за руки прям. Давай. Я вот здесь стану и буду снимать вас, как вы едете.
О, полетела. Красотка. Давай, давай, Кира. Нехоть оно едет. Ну вот, почти целый круг. Опа. Молодец. Ляп. Смешно. А ну-ка, жук, встать сможешь? Опля, что б ты без мамы делала? Да? Еще кружок? Нет. Чай? Да. Дай ей чай. Красивенько как. Там туалет даже есть. Если хочешь, можно в туалет сходить. Наверное, бесплатно. Или за $1. Вкусный чай? Да? Накатались уже? Ножки начинают подмерзать. Одна ножка не имеет. Накаталась? С ней накатаешься, да? Разуваться идем. И еще кататься будешь? Уверена? Вон, видишь, QR-код надо. Когда работает, все видно. Что там у тебя такое? Зажигалку нашла. Мне не говорит там. Отличный туалет? Неплохой. Сенсорные что там? Сенсорные краны. Умывальнички. Ну да. Чистенько, светло. Свет горит, бумага есть. Домой не забрала? Кир, перестань лазить по снегу. Все, пойдемте на почту. На почту за посылкой из Зума? Или откуда? Да. Да? Да. Что? Да? Да. Да. Да, да, да. Ну, давай. Ничего себе. Давай. Ого. Дирижерная палочка у вас. Это волшебная палочка Гарри Поттера. Палочка-сосулька. Она растает дома. И этот патронус там еще есть. А как сделать так, чтобы горело? Забыл. Люмус максима. Люмус максима. Как? Люмус максима. Заколдуй ее. Маму. Левиоса. Ну? Вердаген Левиоса.